В этом году Творческому союзу дизайнеров Севастополя исполняется 16 лет. Первую выставку организаторы решили приурочить к дате совершеннолетия. В экспозиции представлены работы не только зрелых мастеров-дизайнеров, а и студентов, школьников. Задумка организаторов – показать посетителям, как из человека творческого формируется настоящий дизайнер. Вот после 16 это уже взрослая жизнь. И так как у нас очень много молодых дизайнеров пришло в нашу организацию, много претендентов для того, чтобы вступить в нее, вот этот взрослый, самостоятельно осознанный этап жизни, вот он, первые шаги их вот здесь вот представлены. И то, что здесь представлено, это все работы последних лет, как именитых, маститых дизайнеров, так и молодых наших членов организации и претендентов. Более того, здесь представлены социально значимые проекты. Потому что Союз дизайнеров России проводит такие конкурсы, стипендии получают молодые дизайнеры именно на осуществление социально значимых проектов. Посмотреть на работы молодых севастопольских мастеров приехал и вице-президент Союза дизайнеров России Юрий Владимирович Менчиц. На федеральном уровне, на наших выставках Союза дизайнеров России всегда севастопольские дизайнеры уже последние годы участвуют, причем независимо от того, в каком регионе мы проводим, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в Сочи, допустим, и в Москве, людей проявляется все больше желания людей нести какое-то внутреннее тепло для людей, которые воспринимают дизайн. Для меня дизайн всегда шаг в будущее. По словам организаторов, профессия дизайнера сегодня – это открытая дверь в завтра. Мастера профессионально заняты поиском нового образа мира, разработкой его концепции, используя собственные ощущения. Максим Иванов в 2015 году вступил в Союз дизайнеров России. На выставке он представил проект современного выставочного зала в культурно-информационном центре Севастополя. Это интересно. На самом деле, это самая интересная работа, которую только можно иметь. Потому что ты занимаешься любимым делом и придумываешь что-то новое, и сам этого получаешь. Благодаря этой выставке студенты и школьники профильных учебных заведений встали в один ряд с уже практикующими дизайнерами. По словам председателя Севастопольского отделения Союза дизайнеров России, работы этой экспозиции планируют представить на выставке дизайна интерьера, которая пройдет в Севастополе в конце октября. Лучшие работы севастопольских дизайнеров можно бесплатно увидеть в выставочном зале местного отделения Союза художников России. Она будет открыта для посетителей до 3 октября. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.